Бывший заместитель председателя кабинета министров, министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев, водворен в СИЗО ГКНБ на 2 месяца, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека. Решение об аресте на время следствия было принято накануне. Как сообщили в ГКНБ, начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город» по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмечению проекту. Дыйканбаев был задержан накануне и после освобожден от занимаемой должности.